Привет и добро пожаловать на канал Inform TV. Несколько минут назад в СМИ появилась печальная новость. Вчера вечером на трассе недалеко от Сочи произошла авария. Участницей происшествия при этом стала и знаменитая телеведущая Ксения Собчак. Автомобиль, где она находилась в качестве пассажира, выехал во время обгона на встречную полосу. Из-за этого произошло столкновение с другим авто. Как результат, в этом транспорте пассажирка ушла из жизни сразу же. Ей было 35 лет. Еще одна женщина и водитель в данный момент находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Несмотря на то, что это произошло еще вчера вечером, сама Ксения никак ситуацию не объяснила. После происшествия она села в такси и уехала в аэропорт. Менеджер звезды Кирилл Суханов тоже ничего по этому поводу не говорит. Собчак накануне вечером у себя в Инстаграме публиковала сторис с Игорем Верником, а этим утром рассказала о правилах жизни, которые нужны каждому, чтобы стать счастливым. На комментарии подписчиков относительно происшествия она не отвечает. «Мы приносим соболезнования близким и друзьям пострадавшей».